Во всех школах страны прозвенел первый звонок. Для первоклашек он прозвучал впервые в жизни. Это трогательный и важный момент как для самих учеников, так и для их родителей. Впереди школьная пора. Торжественная церемония начала нового учебного года прошла и в селе Баурчи Чадырлунского района. Директор начальной школы Тельпис Мария поздравила своих воспитанников и пожелала им успехов. Желаю всем, и ученикам, и учителям, и всем службам школы, успехов, здоровья, мира, спокойного учебного года. С праздником вас, дорогие друзья! Торжественную линейку, посвященную началу 2012-13 учебного года, считать открытым. День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. И, конечно, традиционные тематические классные часы. В Гагаузии 2012 объявлен годом Диониса Танасоглы и Гавриила Гайдаржи. 1 сентября – это праздник прежде всего для учащихся, их родителей и преподавателей. Дорогие ребята, сердечно поздравляю вас всех с началом нового учебного года. Дорожите тем временем, который Господь отмерил всем вам провести в стенах этой школы. Это время каждый призван, и учащий, и учащийся, осуществлять с преданностью и с любовью. Таман хайр олсун. Кутларым сизи бу гюннен сайгылы үйрөтүчүлөр, сайгылы ушаклар, сайгылыр онларын аналары, бабалары. Тебеле бүтүн ил дил садып бүгүн, ама бүтүн ил шен уласыңыз, гүзел уласыңыз, хем үйренік уласыңыз. Саалык сизе, үйредичилере да низкий поклон, ушаклара да сеслесине аналарны, хем бобаларны. Са уласыңыз. От имени родительского комитета я хочу поздравить всех с этим праздником. Учителям пожелать здоровья и терпения в их нелегком труде. А вам, ребята, счастливого пути в увлекательный мир знаний. Теперь хочу поблагодарить учителей от своего имени, от имени всего родительского состава и от имени всех первоклассников. Искренне говорю им большое спасибо. В первую очередь, чтобы они были здоровы. Здоровья им, чтобы они не растерялись в этом сложном мире и нашли себя в этом мире, естественно. Первоклассники, которые впервые переступают школьный порог, с интересом наблюдают за всем, что происходит на школьном дворе. Их в этот день встречают с особой торжественностью. Им только предстоит пройти по всем ступеням знаний. Мы волнуемся немножко, ведь сегодня первый раз наша школьная дорожка привела нас в первый класс. Школа есть тягельдык, школа джолдук, бурата дотук беги, кетчими с булдук. Школы мастры есть, о фабрика девизы, чиповесь и 20 купили, сою весь. Школы мастры суплет, пентру карты, ярту купили, свисты пын инья. В 18 классах начальной школы села Баурчи Чадырлунского района в этом году за парты сядут 430 детей. Баурчи – одно из крупных сел Гагаузии. Здесь проживает около 10 тысяч человек.